Завершился первый этап конкурса «Музыкальные надежды Арктики». Столичные эксперты отобрали 12 ребят, которым предстоит представить Заполярье на международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. Насколько талантливы дети Севера, музыканты рассказали на пресс-конференции в Мурманской филармонии. Проект «Музыкальные надежды Арктики» придумала талантливая пианистка Анна Гришко. Девушка живет и работает в Гаджиево, преподает детям музыку. Анна принимала участие в молодежном форуме «Ладога» и смогла выиграть грант Федерального агентства по делам молодежи. Основная, конечно, цель – это доступность получения новых знаний в области музыкального искусства учащимися детских музыкальных школ и школ искусств. Но наш проект немножко вышел даже за эти рамки, потому что им заинтересовались также преподаватели и ученики, например, детской театральной школы и также Дома культуры «Судоремонтник». И вот с первой серии мастер-классов приехали эти замечательные люди. За 5 дней первого тура конкурса эксперты из консерваторий Санкт-Петербурга и Петрозаводска посетили несколько городов области. Полярные Зори, Мончегорск, зато Александровск и Мурманск. Участниками мастер-классов стали и более 300 северян. Я работал с хоровыми коллективами. И когда они мне спели одно или несколько произведений, я им говорю: вы понимаете, вы такие замечательные, и вы не то что на уровне, а кого-то даже лучше петербургских, московских детских хоров. Они на меня так смотрели с таким удивлением. Я говорю: да, да, но, к сожалению, они об этом не знают, потому что мало ездят. По словам Михаила Черниговского, председатель областной думы пообещал оказывать содействие, чтобы юные заполярные дарования могли выступать на различных сценах нашей страны. По итогам второго тура лучшие из участников получат возможность поучаствовать в 11-м международном хоровом фестивале духовной музыки «Хрустальная часовня» и выступить с концертом в одном из лучших камерных залов Москвы – в зале «Домовая церковь галереи искусств Зураба Церетели».